показывали мы видео CD Sailor Moon, да? Я, кажется, да, рассказывал. Бокс-сет у тебя огромный такой был. Коллекция наша видео CD на этом не заканчивается, потому что есть у нас еще один маленький смешной артефакт. Это вот такой вот диск, это тоже видео CD, китайский, абсолютно китайский, но прям лицензионный, и как вы можете понять, это мультипликационный фильм «Тайна третьей планеты» режиссера Романа Качанова по повести Кир Булычева «Путешествие Алисы», снятый в... Когда он был снят? Я уж и не помню. 81-й, по-моему, 81-й год. Да, 81-й, точно. Оказывается, он докатился до Китая, и вот его можно, значит, в каком-то году, в... В 2002 году его прямо издали в Китае как лицензионный VCD, тогда еще этот формат был вполне себе... У них он очень распространен. Да-да-да, это, значит, сказки из нашего детства. Это все американские релизы, то, что тогда... В Штатах коллекция Союзмультфильма уехала в Штаты, и они это все катали там, передублировали, переписывали музыку, и потом Союзмультфильм долго-долго судился, чтобы вернуть все это себе, потому что... Там права, вернуть права, да-да-да. Да. Причем, конечно, можно почитать, посмотреть, кто озвучивал кого в... Значит, птицу-говоруна в английской версии озвучивает вообще-то Джеймс Белуши. Алису, The Repeater Bird. Да, The Repeater Bird. Алису озвучила Кирстен Данст. И там прям все круто. Но мы же собрались не для того, чтобы послушать их по-английски. Это можно сделать и на YouTube найти. А для того, чтобы послушать замечательную китайскую версию этого дублированную китайскую, ну не дублированную, там, конечно, овервойс. И что я сразу скажу, я попытался в наш вот этот вот лазер, проигрыватель его сначала запустить-то, чтобы оно нам что-то красиво показало. И там проблема в том, что действительно, как вот часто с VCD, с китайскими релизами, в правой колонке там китайский язык, а в левой колонке английский. И говорят они одновременно. И сколько я не бился с нашим проигрывателем, я не смог его заставить переключать каналы, чтобы только английский звучал или только китайский. Поэтому я потом его все-таки засунул в этот через... На ноутбуке я запустил, и там это можно посмотреть. И сейчас я вам покажу кусочек, как это выглядит. Снято немножко под углом, чтобы YouTube нас не ругал за то, что мы показываем. Мультфильм на нас не наехал сразу. Всякую всячину. Вот, нет, я это уже загрузил. Мы тут про них рассказываем, а они нам... Я уже загрузил, посмотрел, ничего не ругается, никакой контент ID к этому не цепляется. Только не пугайтесь, что оно немножечко будет вот трястись в руках и будет под углом снято. Это как раз, чтобы контент ID не цеплялся за... сказать, гости из будущего. За Тайну третьей планеты, конечно. Вот, да, сейчас, не пугайтесь, будет прям немножко шумно и китайский, и английский, но потом я научусь на ноутбуке переключать разные дорожки. Так что «Тайна третьей планеты», англо-китайский релиз на VCD. Качество не очень, не пугайтесь, дальше будет лучше. Два языка сразу. Well, it sounds interesting. Grambo, do you know someone there? Are you kidding? Of course! Listen, the director of the museum is Dr. Fred Sputnik. Daddy,
я... Вон Айси! Дэдди, я там... Кто так сделает, обязательно будет ответить.每每我的人应有此报的你回到曹渊巴闭了你应该好像加勒那样感到惭愧不关我事的我无辜的我可怜的我马来西亚你太小了不适合周围飞的但是我很快就长大了将来以后都不会再烦我或者到时你再考虑一下好了那我考虑一下我想你真的长大了很多关于Какое-то потрясающее просто безумие, и барышников тут тебе, и Кира Булычева упоминает, и китайская речь, и Кирстен Данст, и что вообще, как такое бывает, а вот оказывается бывает. Слушай, а мне показалось, или музыку Зацепину тоже поменяли на какой-то... Поменяли, там другая музыка записана, конечно, там это все для английского дубляжа делалось. Там саундтрек совершенно другой, и, по-моему, они чуть-чуть ее подсократили, там что-то вырезано. Да и так 50 минут, куда уж еще-то... Да-да-да-да. Да, и начинается действительно с того момента, когда они уже летят на Луну, да, он подрезан чуть-чуть. Угу. Что, прямо вот вырезали старт с тортиком? Да. Вот, видите, что бывает? Я его... сейчас расскажу, где я его, собственно, достал-то. Я его прям купил где-то на каком-то японском... даже это не аукцион был. Нет, это был прямо японский какой-то сайт. С почему-то, где продавались китайские VCD, и это прям давно-давно было. То есть еще, ну, наверное, год, наверное, 2006, может быть, 2007. Вот такая картинка, она явно, как какие-то они здесь в виде векторные, перерисованные в иллюстраторе или в чем-то таком. Это сразу всплывают вот эти вот картинки, Алиса, вспоминаются Алита. Картинки наши, помнишь, под аниме нарисованные с китайскими, кстати, надписями. Да, да. Ну, так что в каком-то смысле «Тайна третьей планеты» — это аниме или аним.